Задачи субботника с общественниками обсудил заместитель главы города Евгений Горлов. Он отметил, что силами муниципалитета работа по очистке города ведется постоянно, но без помощи самих жителей не обойтись. ТОСы наши должны идти квартальными проездами совместно с жителями заниматься и производить чистку, значит, проводить коронирование деревьев, убирать ограждающие конструкции. То есть это комплексно. Мы 4 числа, 5 числа можем в комплексе все вместе, всем городом провести именно вот эти вот мероприятия, чтобы у нас город был чистым, гостеприимным. С вывозом мусора проблем не будет. Жители или ТОСы должны обратиться в свои управляющие компании, которые обязаны предоставить грузовики в указанные места. Если территория муниципальная, транспортом обеспечит районная администрация.